Новые субсидированные маршруты соединят города Дальнего Востока и Запад страны. В течение нескольких месяцев на юге России закрыты аэропорты в 11 городах. Поэтому федеральные средства, которые были выделены на субсидирование авиарейсов, освободились. И согласно решению Росавиации, их распределили по другим маршрутам. Итак, по сообщению ведомства, из Хабаровского края будут летать 14 субсидируемых рейсов, причем несколько из них по направлению к Черному морю. Например, билет до Геленджика обойдется 8000 рублей. За эти же деньги можно будет долететь до Симферополя. В Сочи специальный тариф составляет 7500 рублей, в Минеральные воды 7800. Кроме прочего, у компании «Уральские авиалинии» появились маршруты в Санкт-Петербург и Москву. Специальный тариф составляет 7300 и 7200 рублей. Установлены также льготные цены на 8 маршрутов из Хабаровска среди городов назначения, например, Красноярск, Иркутск, Екатеринбург. Выделены субсидии на полеты внутри региона. Улететь из Хабаровска в Магадан можно будет за 4000 рублей, в Петропавловск-Камчатский за 2500, на Сахалин за 1000. Полет по популярному направлению Хабаровск-Владивосток обойдется в 1800. Подробности о стоимости билетов и условиях их покупки можно уточнить уже на сайтах авиакомпаний.